Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня новенький букс, называется Faucet Duke. Ну, так вот он выглядит. Регистрация, друзья, здесь очень простая. Сейчас покажу вам регистрацию. Я уже зарегистрировалась. Очень неплохой букс, я вам скажу. Значит, прописываем сюда имя, email адрес, повтор имейла, username, два раза пароль, ставим галочку, нажимаем регистр. Вход по логину и паролю. Попадаем далее в кабинет. У меня вот на балансе 80 сатошиков. Здесь мы будем собирать биткоин сатоши. Сразу у нас на домашней страничке находится наша партнерская ссылочка для приглашения. И вывод отсюда 700 биткоин сатошиков. Вот, от 700. Здесь есть даже Payment. Кран платит. Видно. Вот 6 января. Вот по 1000, по 800 люди выводят. Вот. И здесь можно посмотреть выводы. Так, далее что? Возвращаюсь в My Account. Как мы здесь будем собирать биткоин сатошики. Можно это, конечно, все перевести. Уже сами все переведете. Здесь наша статистика вся. Значит, Earn Money. Здесь два вида способа заработка. В первом, так вот, раз в 24 часа мы будем собирать. Я вот две, как бы, посмотрела, собрала. Нажимаем Claim. Нас перебрасывает. Загружается страничка, и нам здесь пишут нажать, чтобы мы нажали на баннер, куда показывает стрелочка. Вот здесь сейчас должен появиться баннер. Ждем, страничка сейчас загрузится. Так, немножко подтягивает у меня компьютер. И мне не 30 сатошиков засчитали, а 20 биткоин сатошиков. Вот баннер появился. Жмем на баннер. Возвращаемся. Загружается шкала. Ждем, пока загрузится шкала. И разгадаем капчу. Вот на этом раз 24 часа. Ну, по 20 сатошиков, я считаю, это неплохо. Разгадываем капчу. Так, автобус. Где у нас автобус? Вот. Подтверждаем. Субмит. И все, 20 биткоин сатошиков нам засчитали. Далее. Earn Money. Нажимаем вот сюда на второй способ заработка. Здесь можно неограниченное количество раз собирать биткоин сатошки. Здесь нам платят по 10 сатошиков за каждую просмотренную рекламку. Опять ждем, пока загрузится сайт. Это нам уже не надо, можно закрыть. Также подождем. Загружается шкала. Здесь чуть-чуть помедленнее она грузится. Разгадываем капчу автомобиля. Подтверждаем. Submit. Далее сюда вот мы нажимаем, и будет продолжение, как бы опять загружаться будет страничка, и опять мы будем просматривать рекламку. Можно до бесконечности. Я не буду пока. Значит, у меня на данный момент 110 биткоин сатошиков. Далее раздел Setting. Прописываем прямой адрес биткоин кошелька, куда мы будем выводить. У меня это
Coinbase, у вас же свой кошелек. Далее прописали адрес, сюда прописываю в нижнюю строчечку пароль, который указывали при регистрации, нажимаете Send и сохраняем адрес. Значит, ну что, в принципе, на этом все. Здесь вот вопросы-ответы. Зайдете, прочтете уже сами. Здесь говорится, так, что здесь? Партнерка 20%. Минимальный вывод, я вам сказала, от 700 биткоин-сатошиков. И Payment приходит в районе 48 часов. Так вроде бы. Ну, я уже не буду. Вы получу в течение 48, да, с момента запроса. Ну, тут сами уже прочтете. Так, что еще здесь? Ну, платежи, доказательства, поддержка и выход. Кому интересно, пользуйтесь. Как наберу вывод, проверю. Обязательно, конечно же, запишу видео. Вот у меня уже 120 сатошков, я считаю, это неплохо. Вот. Мой пригласитель сказал, что букс платит, так что работаем. Ну, не понравится, друзья, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.